Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами я, Костя, и мы продолжаем прохождение Dark Souls 2. В прошлой серии мы дошли до этого костра, наверху там обшарили все. И вот я не помню, по-моему, я не активировал тот первый костер в этой локации. Наверное, надо сбегать туда и активировать его. Я костер не использовал, поэтому монстры не возродились. Стоит сбегать и проверить это. Так, это не сюда. Да, я его не активировал. Сразу куча сообщений появилась. И отправимся мы вот сюда. Туда, откуда только что пришли. Знаков призыва уже нету, конечно, жалко. Я бы вызвал. Здесь у нас еще один. Алебарда, ух ты, с первого раза выпало. Смотрим. Ну да, требования у нее серьезные. Пока что мы ее не в состоянии использовать. Можно туда спуститься. Да, так, наверное, сделаю. Единственное, надо вот этих вот типов. А, стоп. Пусть он залазит сюда. Ох, ничего себе. Ого. Нехило он. Своей бомбой попал. Опасно, опасно. Да, щит стоит, конечно, использовать. Потому что я последние разы его вообще как-то забыл про него. Ну, этого, в принципе, можно и... Ох, нихера себе! Не ожидал я этого прыжка. Этот тип так лежит.
ты ёпта! Еще второй тут был. Самоцвет жизни, да, надо поставить самоцветы. Вот возвращаться через эту дыру, поэтому я и зачистил там. А то потом могут вальнуть. Человеческая фигурка, это хорошо. Так, блин, можно, конечно, сверху на него спрыгнуть. Ёпта! Да, удар в прыжке на этот раз не удался. Чудное сообщение. Магам здесь их легко, можно всех перестрелять. Но воинам не так-то. Ё-моё. Много он махал своим кортиком. Блин, там еще два. Может, в спину его пырнуть? Что-то они как-то сонно бродят. Сейчас попробуем это же со вторым проделать. Отлично. Эти статуи каменные, непонятно, откуда они вообще здесь взялись. Статуи. Так. Там полыхает, блин. Самоцвет жизни. Вот непонятно, как туда наверх попасть. Играя за мага, я так туда и не попал. Наверное, это где-то дальше в процессе игры. Гораздо дальше. А вот это, блин. Ух ты. Я совсем забыл, тут засадыш. Второй готов. Да, вот эта засада может застать очень врасплох. Нужно изогнуться там в этом узком туннеле. Шлем полого солдата. Но у нас свой шлем. Берет, черный берет. А вот тут, блин, жесть. Там такое существо сидит. Опасное. Блин, сыкотно туда идти. 1400 душ на счету. Это мы взяли, там еще дверка есть. Давай быстрее дверку открывай, ёпта.
Длинный меч огненный. Вот это серьезная штуковина. По крайней мере, для начала. Девять ловкости. Да, надо ловкость будет прокачивать. 9, у нас 8. О, отлично, как раз можно сейчас на следующем уровне прокачать, и будет уже огненный меч. Чудесно разложили как тут всех. Кстати, за мага это было... Ну, проблематично тем, что у мага заканчивается заклинание. И все это, да. Или кортиком приходится махать, или возвращаться к костру. А у воина... Это, конечно, от оружия все зависит, но он еще больше половины прочности у меча. У воина проблема тут больше со здоровьем. Потому что я уже две фляги свои использовал. О, нифига себе, сколько значков призыва. Так, сейчас я куплю у нее ключ. Раз. Бомбу два. И, наверное, я кого-то призову. Маленький мелок. Опа, что-то он исчез. И тот исчез, и этот исчез. Что за хрень? Куда они все исчезли? Блин, это отстой. Ну ладно, пока исчезли, так исчезли. Пойдем туда пока сами. О, внизу что-то есть. Но тоже маленький, в общем, проблема. Это только для боя с боссом. Тут закрыто. А бой с боссом я пока ж... Ух, блин. Битву с боссом я пока не могу устроить. Поэтому... Вот еще один гад сидит. Вот таких надо всех сразу валить, а то потом в спину тебе. Только подойдешь сюда, и он тебя хлоп. Здесь тоже мы не пройдем пока. Оружие, доспехи впереди. И вот тут хрен еще лежит один. Вот я не помню, тут дверь... Заперто, но можно, по-моему, ее открыть. А может и нет. Да, наверное... Ее нельзя открыть без ключа. Вот это, блин, место напряжное.
бы оружие дальнего боя какое-то. Ух ты, смотри, какой шустрый. Лесенка наверх, блин. Первый раз, когда играл, я не знал, что произойдет, если туда залезть. Произойдет очень неожиданное событие. Блин, вот этого гада снять оттуда надо. Что залазить туда я пока что не собираюсь. И блин, ты еще тоже довольно опасный противник, блин, со щитом, с копьем. Мне кажется, или нет, кажется, там еще и за спиной кто-то может появиться. Для мага тоже, кстати, такие типы со щитами, они представляют опасность. Они закрываются от заклинаний. Эффектный взрыв. О, белый мелок. Ну, это прикольно, но... сильно мало действует. Что у нас там внизу, внизу? Внизу непростое место. Зеленый цветок. Надо зачистить вот эту территорию сначала. Блин. Эти лучники там, они очень сильно напрягают. Играя за мага, можно от них избавиться довольно легко. Вот за воина не так-то просто это сделать. Попробую-ка я все-таки сначала. О, ну-ка. Прогружается. Ладно. Все-таки я, наверное, сначала вниз схожу. Сюда, наверное, ПКР
не стоит соваться. Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. I'll leave this one. Да, туда, наверное, не стоит так просто идти, потому что двери закроются. Вот это тоже место непростое. И тут, блин, тоже место непростое. Эти бочки черные, это с порохом. Дерево, конечно, необычное. Я долго не мог понять, зачем оно надо. Ну, придет время, оно, по идее, пригодится. Легкий арбалет, во. Вот это то, что нужно. Ё-моё, 13 силы. Сколько у нас силы? 11. Да. Какой-то пик непонятный. Бродят. Воу-воу-воу! Ух ты! Япона мать, вот это было очень опасно. Каким-то чудом мы остались живы.
откуда там еще третий взялся? Вот этого я не ожидал. Но надо зачистить это место. Где этот гад? Куда он подевался? Что-то я не пойму. Только... А, вон он там внизу бегает. Кортик и шлем пехотинца. А, ничего себе, он оттуда что ли пришел? Блин, там вот эта черепаха стоит, ну и в пень. Вот это да, он оттуда. Как он вообще оказался там? Что за хрень? Ладно. Попробуем зачистить эту территорию. Хотя, наверное, эта серия у нас довольно длинная получилась. Эту серию мы закончим и в следующей серии займемся зачисткой этой территории. Всем спасибо, что смотрите, и до встречи в следующей серии. Всем пока.